На заседании политического совета Кургазинского отделения партии «Единая Россия» обсудили несколько вопросов, в том числе итоги единого дня голосования по выборам в Государственную Думу Российской Федерации. Также рассматривались вопросы реализации решений 16-го съезда партии. Он проходил 21-22 января в Москве. В нем в составе делегации от Башкортостана принял участие и депутат Госдумы Зариф Байгускаров. Партийные проекты формируются на основе предвыборных обязательств и становятся приоритетными задачами партии, отметил он. Зариф Закирович назвал изменения в законах, которые вступили в силу в этом году. Предусмотрено также увеличение заработной платы бюджетникам, это учителям, сфере здравоохранения, социальной защиты населения, работникам. А также вот, Государственной Думе был принят закон, согласно которого 5000 рублей выплачивается всем пенсионерам. И в программе партии было записано, что впредь увеличение пенсии будет происходить, исходя из инфляции за предыдущий год. Учитывая, что инфляция в 2016 году составляла 5,4%, вот буквально с 1 февраля на этот процент будет увеличена пенсия, в том числе и пособие социальное. По итогам предыдущих выборов представители избирательных участков за активную работу были награждены благодарственными письмами.